Знахтили кашта базунгаут на бастер, сауга саути маком коме эфир информацию на рахдабун студии габарата Ирина. Абон Москве фастак харсбун захту и сардег мадамайрема аргуана Москве галайнак подвори настоятели игумен Фед Георгий Бестаут Вадимен. Уэйфа март трагикун сау фастиоген. Седегай Москве ктер басадестовмен фастак харсбун захамма. Вадунима на республике президент Библ Танатулидер. Ама масала инхаста захта Фед Георгий хиветта ама аввахсадемен. Ирсуна шедариктер зуншинят тэлдис. Уши женщины, алхавтер, Фед Герди, Вудисия Данина, Ирасы. Алхавтер, Кусто, Ирума Данина, Сумбуна Тихайга, Сумбуна Тихайга. Тогда гонирует там Малхов Джастан, Шанай Шибеста, Русы Бода. Когда я Юдар Боран, Зуна Майдачага, она ебанот, через Иру Псакаи, Дартер кенем информацию нравахт. Равда стой эстерха батер зинат. Донецка демон республика Хоболт Валерия Номел Майдантай хурзах ченерседе стеним бестекте. Сармагун нисаниве джебатальон пятнашка хестунте. Вейтехай асы республика этилеюн над басеттекутта сармагун дырмегаме табу афси бакесутем. Я поздравляю всех. Все эти награды от Министерства обороны Южной Осетии. Это братская нам республика. Весь народ осетинский нам братья. Поэтому хотелось бы, чтобы комбат наш это сделал. Но пришлось сделать это мне, парни. Поздравляю всех с этими наградами. Спасибо вам всем большое. И осетинам, и украинцам, и русским, которые на нашей стороне. В январе этого года делегация из Республики Южная Осетия посещала позиции батальона «Пятнашка» полка специального назначения. Подвиги и истории бойцов не оставили равнодушными братский народ. Немало осетин служат в интернациональном подразделении. Теперь военнослужащих батальона на передовой наградили медалью Хубулова Министерства обороны Республики Южная Осетия. На награде изображен Хубулов. Расскажите о нем. Валерий Хубулов – это символ справедливости, символ свободы для осетинского народа. Он один из первых, кто начал формировать народное ополчение в Южной Осетии, это в 90-м году, против грузинских неофашистов. Я не имею в виду весь грузинский народ, но это не то что герой, а пример для подражания. Для нашего комбата Мамая это было очень знаково и символично наградить ребят именно на передовой. Один из тех, кто получил награду, боец с позывным «Амиго». Коренной осетин в Донбассе с 2014-го. На его груди блестят медали от Луганской Народной Республики и Абхазии, а за плечами – войны в Южной Осетии, на Северном Кавказе и в Абхазии. «Амиго» был лично знаком с Валерием Хубуловым, героем, чье погрудное рельефное изображение расположено на лицевой стороне медали. Эта награда у нас в 90-х годах, ему было столько лет, столько сейчас, мне, но он молодым умер. Его убили в Владикавказе, там хороший человек он был. Как командир он тоже был хорошим человеком. В Абхазии вместе воевали. Он не дожил до этих дней. А так он большой человек у нас считается. Вот эта награда, она тем велика, что, во-первых, мы дружим очень сильно, да. Вот. И, ну, скажем, она редкая очень награда. От чистого сердца, ну, вот это очень важно. Эти награды должен был вручать Олег Мамиев, но 3 недели назад он погиб на передовой. Батальон продолжает нести службу, держит оборону на передовых рубежах, проводятся учения. И хотя обстановка продолжает оставаться напряженной, бойцы обещают, за гибель командира будут мстить. Будем мстить. Это только начало. Сквозь нас они не пройдут, будем стоять до последнего. Никуда мы не уйдем со своих рубежей. Республика в надежных руках. Виктория Цыпленкова, Елена Соколова и Павел Припа. Панорама.
Сом 20 миллионов России Федерации Мбестек Тиме Юмене Республикой Сержи Тедер Несан Кензесте в России Бун. Ойтыхай Арастерсет Сармагунт Камис, ама Берек Бунун Мозалтыны Вест. В России будут цитанты хинвала сайрак пацахатум барек будут мазать твоих цвдесте 20 июня. Райсум Иван дес сахатл театрану фазот райдойцен афталых в России розмен. Сахат фест дарта нук заут парче. Свелатен авдес дар цвдзен врсак адамун арга булг. Вей амраста джемавит сбенат нук дар уадер цвдзен конкурс маварзун врсак вазаджа хургенег. Бун фетсак сахатл театрану фазот нукгенем бенат сбенат конкурсен ахам нумиме. Маварасий марай гурен бесте хадишетен. Вцерасте ما فضوات ما افواخس خیتکات گستای ونگل گومر چودزن چخین ویلاغ آرباد اما ورساک خدزار ون واغدر چودزست ارمدست نیاد کستت اما قازن تارموگا واغ چودزست ماستیر گلاسته در برک بونو مازلت دارتر کنزست گانسیرت دی بونو دو سخاطل جدران و فضوات واغدر چودزن گانسیرت از ورزنده ورسی گانسیرت پروگرام ما ما خاستر چودزست قسته تا گنگورست اما اندر مازلت ده افتت سخاط مرتم مینو دلتا گینا گانسیرتون زال چیرمین واغدر چودزن لودمیلا Зыкиной номер подсахатун академиун ансамбль Россия и концерт был Тельвира Гаситарсин информацию Равахт Абун. Уалах издавта ама призер та хурзахчинер сэвзэсте зэрдилдар элэверте ама кады грамата таи дуба буны дархана гурата эвзун шахматиста арах синаден арах ганагудзэсте рэмбэрдовжите. Вэдун хаядисэн зэндгун шахматист фэссэ губуста Валерия Рухсномарен ирэсте. Нерерте кого сфатфадал шахматы вахцева зенгун шахматист, шашки те советун гордостуны валах из зауфессег, губосте Валерия Мемориал. Эресте вахцевен спацахадун университета раздары конференцзалы, ама захая дисенс на республике юльтахчендар шахматиста. Это третий турнир, третий мемориал Валерия Гогозова. Он традиционный, мы проводим его каждый год в начале лета. Он состоит из двух частей, турнир А и турнир Б. В турнире А у нас играют дети, сильнейшие дети республики. Мы отбираем каждого из них по итогам предыдущих турниров. А в турнире А играют взрослые, уже самые сильные шахматисты республики. И вот по итогам выводятся победители, и победители получат дальше возможность сыграть на чемпионате Северной Осетии. Турнир ежегодный, мы его будем проводить постоянно. Он в памяти Валерия Леонтьевича Гогозова, известного в Южной Осетии журналиста, писателя, ученого, шахматиста. Я хочу сказать, что в этом году неоценимую помощь нам оказали спорткомитет республики Сергей Иванович Засеев лично и ректор Югостинского университета Вадим Бутазович Тадеев. Благодаря им, благодаря их помощи, мы имеем такую возможность вот в таком хорошем зале провести наш традиционный турнир. Ирэстэ официальной багумкэнэ церемонии рана хаскутта губосты Валерия Анкусэг, ирун филологии эмэ радиана храдометодике эмэ педагогике декан тэбэл тэинга. Выкад балэнсэн кутта автэмэ Валериэл, эксэрдэсэ мой сэхэсту дэйт эвдэйозэм. Валера одис, нахур дис саджэ курдиадчы дадэймаг. Я эмзэвгэтэ будэстэ арф, зэрдэмэ каргэм. Мэсэн лэг кэ кастис, вэдим дисэ бахалта. Хумэ азэ хумэ тэгадэй магмэ, ахэм дис саджи гудэтэ кэцэйцэ дэстэ. Валера одис, вэд садиру надэй маг. Гдалджин, фэлмэн адэй маг, нике бак гдэртэй. Губосты Валерии биографии МС Фэлдэста дэтэхэй разэрту ирун филологии факультета студентэ, автэмэн бакастэстэ и имзэвгэтэ дэр. Эрэмбэрдавжитэн рарфэкутта пацахадун университета ректор Тедэтэ Вадим, уймаянумэ сэрмагун призратта эрэстэ организатортэм, кэсэлэ вэрдэрцэвзэн турниры валахиззэвэн. Шахматы для многих из нас – это некая философия жизни, это очень важная составляющая жизни нашей республики. И то, что сегодня у нас открывается секция шахмат, здесь есть и твоя заслуга, Георгий. Если человек, который сделал многое для развития шахмат в республике, человек, которого уже сегодня нет рядом с нами, это Валерий Гогозов. И приятно, что ежегодно проводится тут турнир именно имени Валерия Гогозова. Но, допустим, была такая идея у нашего проректора назвать секцию шахмат имени Валерия Гогозова. Вот это уютное помещение, оно полностью передается секции шахмат нашего университета. Эрэстэ хайдишитэ марар фэкутта сучэ диспансирэ сэрэк доктор Джиотэ Борис, кэсэ вазэ гватэвэд университэта. Уярана хасэбан сэнкутта шахматнэ зонадэ сэстэрнэ санивэгис уи. Древняя и таинственная игра. И
действительно древняя и таинственная. Пусть каждый из вас задумается, в чем ее таинство. В ней отражена вся философия жизни, вся игра. Я могу вам сказать статистику. Каждый нобелевский лауреат, каждый, увлекался игрой шахматы. Наверное, это не случайно. Губосте Валерий Бинюте Нуме Ронахаску та Губосте Станислав. Вы был узнаджен хесте за хто турнира организатор та Амия Хайдышитен. Валерий Губозов был для меня не только с моей фамилией, это был моим дядей. И ну, буквально я его очень долго знал. И знал, какой он сам по себе человек. Интеллигент. Мало того, что он был шахматистом, шашистом, он еще ученый, писатель, прозаик. То есть это была разносторонняя личность. Поэтов СМ Завгел Зорекса Хесткутту и Пацахадун университета вокалун инструменталун ансамбля Хайдишета Удалата Мария Амекугойте Анна. Ереста вахцев дуста дуе буне, евелах из заутайме призюрте хурзакшинерцев дуста зердл дарен леверте аме каде грамотатей. Хурите батрас коцете Александр информацион равахт абун. Уақдыр сидісті футболы сегат иристун аланни чемпионаты фарастам туры қастетем. Цхинвалы Спартак вазагаты қазыд зәвчіқәуі юнастиме. Фимбалт фәтис әқсәз дуай хиғдай цхинвай лекті пайдайын. Спартак скунды фейнеду вақатты, раскуқтысты хасырты вадимыма тандейла теренад. Ноджима нықмалы вәк командай кулдуары пурти дабакуртуи пухаты русланыма джитчуи тисуслан. Командай сейрак тренер қосы тисуслан кутфе қусын кутта автамай сын Әфтесәм июні іс ақшча қаст чемпионаты лидер зәвчіқәуі металлургиме. Ама кәрім бәттені базуңға кәнзістем дуадесәм июні нәбәсті бұныңғады бірәккенін тиме. Знаури районы Узениси и Евгалсес, Тольдеф Гармат Бонайдувани, Вахсевер, Ртендес Градус, Евгалсес, Узенис, Зау районы Дерчесил Кевда, Тольдеф Гармат Бонайдувани, Вахсевер, Ювендес Градус, Ахамбонга, Узенис, Квайсайдер, Тольдеф Гармат Бонайдувани, Вахсевер, Ювендес Градус. Ленингур районы дар Евгалсес, Чесил Кевда, Тольдеф Гармат Бонайдувани, Вахсевер, Сепердес Градус, Ахамбонга, Узенис, Нереспублика и столица Цхин, Валадер, Тольдеф Гармат Бонайдувани, Рте, Ахсевер, Ртендес Градус. Ахам дистанционная информационная служба басета гундер меджа тал бундер на сарда у азат хорс хабер тфедемал нерадун фимбалд мейфира.